ты не брала монету. Чем? Я не знаю. Обсуждайте, конечно. У меня что-то предложение. А может, ты это украла? Да. Серьезно. Я. Украла? У тебя пропала мамина цепочка, и ты хочешь купить новую за эту монету. Молодец. Я говорю, он тебя обвинил. Давай реагируй. Да. Аргумент есть? Не стесняйся, я сам поскольку кажется. Я эту цепочку не брала, потому что я сама же ее и потеряла. Так ты монету должна найти, а не цепочку. Нет. Чего ж ты не брала монету, потому что ты потеряла цепочку? Ой, что за детский сад? Больше моей группы. Я не брала монету. Зачем? У меня тоже такое предположение. Дедушка не Стой, а ты же... Мне кажется, это ты брал монету, потому что ты должен хулигану. Я хулиган? Она сказала, что ты должен хулигану. Хулигану деньги. Она тебя обвинила за то, что ты должен хулигану. Ты стащил монету. Я вообще не люблю азарт. Ну почему ты проиграл? Ты же проиграл. Хорошо. Я не проигрывал. Я даже не играл. Ты там же написано, что ты проиграл. Нет, стой. Это у тебя есть это там есть в карточке этого персонажа, так что это все. Ну я не крал монету, дети, я ж богат. Ну зачем мне кому сам вообще? Да какой же у меня ответ? Я понял, кто слил монету. А может тебе же нужна монета для... Ты что тоже сперла? Тебе что же сделать доклад по истории, по истории настроения монеты? Может ты сперла? Сперла. Виолетка, правда, давай, Виолетка, включайся. Скажи что-нибудь. Ну что? Почему вообще монеты, если у меня много все равно еще есть? Мне нужен детектив. Ну что, вам тяжело или что? Ну, мы же легко. Ну что, через полторы минуты вас накажут? Ой. Что я не брала монету? Меня здесь, а если она куда-нибудь закатилась, так под кровать или под шкаф? То есть признается, что я не брала монету? Нет, ты. Может быть, я признаю, что ты не брала монету. Я знаю. А вот я тебя подозреваю. Бедно. Мне кажется, что это ты. С чего это? Ты же должен. Я богатый. Мало ли, тебе не нашлось, ты взял монету. Ну, все деньги. Знаешь, сколько мужчин отдадут? А что можешь? Сколько ты денег? А вот он. О, это сущие копейки. Он говорит, ты богатый. Ты знаешь, какой миллиардер. Видишь, Тим, какой миллиардер. Я вообще чекуля. Мне кажется, это ты. А мне кажется, это ты. Мне кажется, это ты. Ты знаешь, что я не брал монету? Мне кажется, мы хулиганы, мы просто не шли. Мне кажется, то, что все-таки ты взяла монету. То есть я не брал монету, потом решила, да? Наверное. Не верю. Ты взяла это. Женя, ты ему говоришь, что он не брал монету, да? Ты говоришь ему это.